Ребята, финажники, будете ржать, конечно. Вот вопрос у меня такой. Сделал я, в общем, самодельную азотную кислоту на 100 грамм этой азотки. Налил пол-литра этого, жидкости аккумуляторной. Короче, понятно, электролита. Вот. У меня она как закипела, как забурлила, этот желтый, этот рыжий хвост, этот, блин, аж с банки такой дым клубами валил. Ну, я на улицу вынес, но у нас-то мороз. И она что-то у меня дымила, надо было останавливать. Я ушел, она не знаю, вот у меня на дне такая хрень появилась, а вот это вот я профильтровал. Это банка, я дистиллированной воды залил. Вот у меня вот эта вот хрень получилась. Тут я профильтровал, не знаю, что тут профильтровалось. Что дальше делать? Вот в эту вот хрень чего надо наливать или насыпать, чтобы этот... А здесь надо, наверное, еще азотки сыпануть. Если вот залил сейчас электролит еще, чтобы там растаяли кристаллы. Там какие-то кристаллы образовались. И они как будто как застыли. Не пойму. Вроде как посеребрение до конца не снялось еще. Но если сейчас засыплю, она опять реакция пойдет. Даже не знаю, что и делать. Я оставлю вот эту вот бурду. С ней же ничего не будет. Потом скажете, чего туда. Алюминий туда бросить надо или что-то налить. Чтобы это осело. Сел этот нитрат серебра. Или его там нет. Хрен его знает. Что зеленое что-то. Может, вроде такое же зеленое у вас у всех получается тоже. Ну, в общем, напишите что-нибудь, что вот с этой вот хренью делать. Сейчас сюда, наверное, я сыпану азотки. И посмотрим, что будет. Так. Опять, наверное, отравление начнется какое-то. Хватит, наверное. Так, ну глаз. Палочка у меня эбонитовая. Там еще на дне осталось. Хрен его знает, что там за перекись. Сейчас залью, оставлю до утра. Не знаю, пускай травится. Пошла реакция, это нет. Сейчас посмотрим. Да пойдет, куда она денется. Я вижу, что там еще травиться и травиться надо. Какую-то тут сделал ураганную смесь. Но вы только не ржите, я тут первый раз это все делаю. Ладно. Насмешил всех афинажников, наверное. Ну, первый раз, что? Вот тут с каких снялось, а с каких не снялось почему-то. Хрен знает. Ладно. Сейчас закрою крышкой. Пусть травится, стоит. Так, парни, она опять начала. Она опять начала дотравливаться. Опять появилась вот эта рыжая фигня. По-моему, мне пора валить домой. Сейчас вот это пойдет отрава. Ну-ка, сейчас этот лисий хвост, как вы говорите. Не могу открыть. Наверное, этот дымок сейчас пойдет отсюда. Вот не знаю, что ее оставить вот так до утра. Медь сожрется или нет? Да, вот он пошел. Пошел. Отрава это. Надо домой валить, я задохнусь. У меня тут вытяжки нет.
Надо делать вытяжку. Ну все, тогда пускай травится. А я буду сваливать. А это пусть стоит. Хрен его знает. Замерзнет, не замерзнет. Вот так вот. Не знаю, что тут. Травление идет. Песок теплый. Опять, наверное, она это закристаллизуется. Не знаю. И замерзнет тут нахрен. Сильно ее и закрывать нельзя. Чтоб не взорвалась. Не взорвется, я думаю. Ладно, на этом, наверное, я брошу тут все. Пришел я в гараж на следующий день. Вот что у меня осело. Не знаю, что это осело. На улице мороз сегодня, двадцатка. А здесь что-то травилось, и опять, я так понял, замерзло. Сейчас разогрею это на печке. Не знаю, посмотрим, что будет. Короче, я вот это остатки меди взял, залил, значит, 3 столовые ложки соли, на даже 2,5 столовые ложки соли на 300 грамм кипятка дистиллата. Вот я залил, у меня началась такая фигня. Что это творится? Это медь растворяется или что? Кто может подсказать? Я ничего не понимаю. Что это такое делается? Я хотел промыть медь эту, которая серебро снялось. А ну вон что творится. Коля Ермолович, напиши, я тебе поскидываю в это. Что это за хрень? Ладно, надо сваливать отсюда, чтобы не дышать. Прошло 10 минут, реакция продолжает идти. Скорее всего, это травится медь. Не знаю, как это, что это, как это остановить. Или пусть дотравливается уже до конца. Что это такое? Что это я сделал? Я не пойму ничего. Делал все неправильно, в общем. Ну теперь уж пусть. Что теперь делать? Я не знаю даже, как это остановить, этот процесс. Что это, что тут, что растворяет? Не пойму. Я не химик. Не подохнуть бы. Не знаю, эта маска спасет, не спасет меня.